Привет, друзья! Любители очень кровожадных игрушек, с вами по-прежнему Брейн, это Hotline Miami 2. Наеб-то! Так, надо его добить. Используйте, а можно так сделать, да? Чудненько. Кровожадно, очень жестко и очень круто. Я прошел первую часть на PlayStation Vita и был просто в диком восторге, насколько это все круто. Действительно, игра сложная, она подкупает мало того, что очень крутым саундтреком, так и сделано все по такому хардкору, что я помню, задания были, которые проходил сразу 20-го, наверное. И мне это нравилось, мне хотелось возвращаться и пытаться пройти повторно. Так, у нас есть два... О, как меня прописали! Вот о чем я вам и говорил. А если вы первым не успеете убить врага, враг убьет вас. Вот и весь сыр-бор. Так, этого мы вырубаем. Давай возьмем вот так. Бери. Боже! По-моему, меня одним ударом тупо бошку сносит. А еще раз. Да, жопа больная тема будет. Ой, зря я, наверное, молоток туда выбросил. Ладно, можно, в принципе, и вот так сделать. Хуяк, да умри, кусок дерьма. Нах, блюдок, а. Так, забираем это дело. Перейдите на следующий этаж. Там было написано, что она у нас наверху. Я, пожалуй, возьму молоток, он все-таки как-то... посмертоносней не будет. Аккуратненько. Вон у нас братка стоит. На, сукин сын. Son of the bitch. Что у нас здесь? Давайте посмотрим. Я вроде больше людей не вижу. Вот там то ли в луже мочи, то ли еще в чью-то. Воу. На, сукин сын. Возьми дробовик. Давай возьмем. Тут у нас дробаш. У нас есть два заряда. И нажмите, чтобы стрелять. РБ. О, добей ее. Неистовая жестокость. Господи, что он делает? Он точно решил ее добивать? А, так это кинцо. Вы смотрите, как классно ребята сделали. Снято, отлично, хорошо. Давай, народ. Переснимем это завтра, поэтому оставайтесь в роли. В четверг снимаем сцену, где ты несешь ее в свою машину. Окейушки. А теперь вы двое, Свинтус, неплохо. Но не бойся быть грубее, ты уже убиваешь людей. Сделай вид, что ты действительно бьешь их. А тебе, блондиночка, нужно поработать над женственностью. Веди себя более беззащитно и испуганно. Ну знаешь, включи девочку. Теперь идите домой и отдыхайте. Жду вас обоих завтра, окей? Окей, я согласен, Hotline Miami. Так, что у нас, давайте нажмем... Продолжить? Где мы продолжим? Интересно будет посмотреть даже. Так. Пилотку надо будет пройти. И акт первый. Пилот мы прошли. Только что это у нас было. Давайте посмотрим первый акт. Так. Ну, поехали. Скип интро. Нет, я не буду ничего скипать. Мы с вами посмотрим, ознакомимся. Игра действительно полнейший хардкор. Если вам такое нравится, пиксельная, вид сверху, напоминает чем-то первую и вторую GTA-шки, да? Но здесь очень все жестоко. Здесь много боли и много страданий. Чувак, это вечеринка отстой. Я, бля, ненавижу этих людей. Кто пригласил всех этих идиотов? Зебра вообще в шоке, не понимает. Ребята, что думаете насчет вечера? Мы сделаем это? Почему бы и нет? Я устал от этого дерьма. Да по тебе и видно. Сделаем это давай. Оружие в машине. Значит, мы действительно делаем это. Вот такие вот диалоги незамысловатые. Да, идем и сделаем это. О боже, где это мы? Это какой-то ночной клуб, что ли, или казино? Так, давайте глянем. Очень сильно подкупал саундтрек в первой части. Я думаю, что вы прекрасно все это и так знаете. Кто играл в эту игру, у меня даже было, я помню, добавлял ВКонтакте эти записи. Так, я не могу прописать ребятам при всем моем желании. Давайте глянем, что у нас здесь. Что там делать? Что? Что они там делают, мать твою? Ладно, я не хочу это знать. Я хочу все это развидеть. Нам показано, что можно сесть вот сюда вроде как. Что-то типа нашей машины. Down Under у нас называется. Так, смотрите, есть разные маски. То есть каждая маска, я помню из первой части, она дает какой-то свой необычный эффект. К примеру, можно убивать ножом, можно, чтобы тебя враги не слышали, можно, чтобы тебя собаки не видели. Можно там быстрее бегать, быстрее ходить, ну, такого типа. У нас есть зебра. Давайте выберем, посмотрим, что нам дает зебра.
Зебр. Так, ох, там врагов, ёб твою мать. Все с автоматами. Воу. Давай, 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 давай. Че, убил? А, давай, 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 давай. А-а-а! Твою мать! Видите, как быстро все происходит? Это же боль. А кто же говорил, что будет просто? А, подожди, можно осмотреться. Надо вырубить первого, потом быстро вырубить. О, я получил по щам. Так, ну нам дадут хотя бы пройти вперед. Давай, может я их выманивал. Я помню на Вите, когда играл. Врагов. На, сука. На, сука. Твою мать. Какого хрена, а? А, иди сюда. Дюблюдок. Один выстрел, и меня уже нет. Ничего удивительного в этом тоже нет. Так, ладно, сейчас мы его жахнем. Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Убегай, убегай, друг! Блять, назад-то нельзя уже выйти, если зашли. Да, это жопа. Это самая настоящая жопа. Так, значит, надо сделать так, чтобы мы их вырубили, и они звуком своих не привлекли ребят с соседних комнат, потому что... Давай, куда ж ты побежал, кретин? Ой, какая жесть. Ты взял ружье? О, отлично. О, какого хера вообще? Я попробую, я попытаюсь. Так, мне проще их, знаете, не с оружия, а вот с ближнего вырубать. Надо, чтобы он подошел чуточку поближе. Так, подожди. Готово. Я заметил интересный момент. Наш персонаж как-то врывается. Очень жестко врывается. Так, вот с этим надо что-то делать. С ним надо что-то делать. Давайте возьмем вот так. Конечно, блядь, не лучшая затея. Воу, 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 воу. Готово. Он там застрял или еще что-то, я не знаю. У меня есть 4 патрона. А, вроде пока тут более-менее тихо, там он в тубзике. Услышал, нет? Воу, 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 воу. Жесть, как она есть, а? Так, знаете, на геймпаде от Xbox это нереально неудобно. У PlayStation Vita хоть и неудобные грибочки, но я там настолько надрочился, что просто мимолетом. Ох, он с узишкой стоит, смотрите. У меня есть один заряд. Либо я его вынесу, либо тупо все сначала. Готово. Так, этаж мы зачистили. Суть игры — зачищать этажи. А, также есть сюжет. Но в него тоже надо вникать, что это такое. А, вот что проблема. Смотрите, можно кувырочки делать. А раньше такой фишки не было. Я могу вот такой вот кувырок... Я не помню, в первой оригинальной вроде такого не было. Так, давай заберем вот это. Подожди, у них же... У него же УЗИ было. Вот так. Это другое дело, 30 зарядов. Погнали. Так, сейчас. Сейчас набегут долбоебов. Надо готовиться. Ой, сейчас набегут. Пока хоть собак нет, уже хорошо. Так, у него дробаш, у меня 16 зарядов. Не так-то много. Тут... О! О! Боль. Просто боль. Я не знаю, что это за коловорот здесь получился. Так. Просто какой-то винегрет. О! Меня поимели. На, сука. На, сука. На, блядь. Падай, сука, нет. Нет, комбо, новичок дали. Мы убили с вами просто практически всех. Давайте еще раз попробуем. Даже забавно. Вот он выходит. Отлично. Но проблема, знаете, в чем? Проблема в этом. И проблема в том, что там еще один есть. Готово? Там еще с узишкой, ублюдок. Надо взять, наверное, дробашек. Воу, тихо, 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 спокойно. Спокуха. Знаете, в чем плюс игры на ПК? Здесь экран больше, я вижу больше области. Там я не видел практически ничего. Воу! Воу, 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 воу. Так, они услышали, но не понимают, где. Где, где его убили? Какого хера? Воу, воу. Я не знаю, что... Блять, что я делаю? От страха люди творят неистовые вещи. Так, что, подожди. Че, где мой этот кур... А, вот. Все, я же думал, я потерял его. Такс. Погнали, 6 патронов. Там никого нет? В качалке. Или это не качалка?
А там какой-то чувак, смотрите, или что это, не могу понять, что это такое. А, вот ты где, мудак. Да, да, детка, вот это было хорошо. Что это такое вообще? А, окейшки, это ничего интересного. А мы зачистили, наша задача теперь просто вернуться в машину и уехать с этого уровня. Вроде пока даже все нормально, поехали. Вот такая у нас тачка с лестницей. И нам дают, естественно, разные очки. Чем больше очков мы с вами заработаем, тем круче маску мы откроем, что вполне логично. Как я уже говорил, маски дают разные интересные плюхи в процессе прохождения. Грейд C у нас, ну, не самое лучшее, 5 минут прошли. А маска, вот такая вот у нас масочка, Тони называется. Окей. А между такими побоищами мы возвращаемся либо в закусочную, как было в начале, либо в свою квартиру. А здесь, получается, тоже какая-то закусочная. Давайте поговорим. Поздравляем с Хэллоуином, сэр. А вы заказывали 3 пиццы, верно? С вас 14.50, ваши пиццы на прилавке слева от вас. Приятного аппетита и остерегайтесь привидений. Пока. Забираем пиццу. Ребята здесь уже сидят. Смотрите, у одного попугай на плече. Ёбаный попугай. Все, забрали пиццу и поехали себе ее хомячить. Так, сейчас, по идее, должен быть у нас следующий левел. Тут у нас по главам все это дело. Есть боссы, есть сюжетные заварухи, есть даже хоррор-элементы. Это было в первой части. Я советую поиграть. Игра реально очень крутая. Не смотрите на графику, здесь она абсолютно ничего не решает. Она, наоборот, придает даже эпохальности, я бы сказал. Что такое у нас? Как обычно, выглядел спокойным, но на сегодняшнем слушании, храня молчание. А тем временем протесты за стенами суда продолжались. Окей. Это... А, это еще одна закусочная какая-то. Кофейку. Уже уходишь, выглядишь, неважно. Ты в порядке? Тяжелый день, ты не поверишь, что они заставили меня делать. Мне лучше пойти домой и хорошо поспать. Ладушки, спокойной ночи. Тебе тоже, милашка. Милашечка, господи, какая жесть. Готовят, смотрите, вон это фритюрница, картошечку делают, да, обычная закусочная. Погнали. Вот такая вот тачка, уже более-менее нормальная. Так, поехали, у нас второй эпизод. Сейчас посмотрим, кого надо вырубить. Что это, тоже казино какое-то? Надо глянуть. Ой, хренососы, вот это жопно будет. Сейчас попробуем, конечно. У нас что-то есть из оружия, нет? Вопрос в том, видно меня за этим прилавком или нет. Вау! Вау! Боль какая, а? Какая боль? На, сука! Son of a bitch! Вау! А как он меня увидел-то? Я думал, что эти штуки с одеждой. А, как бы вешалки. Нас не видно там, не? Получил, ублюдок? Так, к тому пока не идем, с этим знаете, что делать? А этих можно вырубить, я попробую. Он прямо на меня нацелен, либо я успею, либо его выманю. Ох, как хорошо! Ой, как хорошо получилось! Серьезно, это реально везуха. Так, вот с этим ребятам, с ребзей надо как-то аккуратно. Можно заманить. Готово. 10 патронов еще имеется. Возьмем дробаш. А, я не знаю, за стеллажами там видно, не видно. Очень проблема. Так, как мне этого ублюдка сагрить? О, сагрили, отлично. Да, сука, вот так тебе и надо. Остался тот. А с ним, я думаю, попроще будет. Надо выбрать позицию. О, нет, говно! Говно гребаное, а! Вот так, ребят, знаете, прошел уровень, зачистил практически, и тебя в последний момент выносят нас, сука. Невыносимая жестокость. Ну что, попробуем еще раз. Получается. Получается очень даже. Здесь у нас пистолет и УЗИшка есть. А, ну давайте попробуем сагрить. Готово. Что у нас патрушки? Патрушки вроде пока имеются. А здесь мы вырубили, да? В этой области чисто. Остался только вот этот вот. Лалка, с ним надо как-то посерьезнее.
Готово. Так, это дело мы зачистили. Мне даже понравилось. Возьмем дробаш. Дробаш урон как бы больше наносит. Куда нам дальше надо? Тут были подъемы какие-то лестничные. Да, лифт. Поехали. Фу. Так, с тобой, ублюдок, у нас дело такое. Сейчас попробуем. Если я его убиваю, выбегает справа, хер. Мне нравится. Нравится мне. Так, надо только дробаш поменять. Сейчас он к двери подойдет, мы дверь как шандерахнем с вами. Вот будет найсово. О-о-о-о, сладкий мой, ты че? Че за агрессия, ёпта? Так, еще надо дробаш поменять. Здесь тоже два. Бля, херово. Ва! Боже мой. Вот так вот, друзья, бывает. Последний меня тупо вынес. У меня 6 зарядов. Мне должно хватить на всех. О, мать моя женщина. Вроде ж было проще. Так, это только начальный уровень. Готово. Херосос. Бля, сука, я его не заметил. Ох ты ж, твою мать. Фу, что делать? Жизнь наша боль. Когда тебя, чувака, с дробовиком выносит лах с дубиной. Это жизнь боль. Блять. Так, знаете что, есть другая тактика. Это пока выброшу. Хуёвая тактика была. Так, ладно. Вот. Вот. О чем я, собственно... Вау! О, хорошо-то, а. Есть там еще кто-то? Ой, там до хера их четверо. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут вроде никого. Вот здесь еще. Надо разобраться. Там у него дверь открыта, между прочим. Блять! Дебила кусок, а. Тут игра именно на реакцию. Успел, не успел. Вау! Да, бывает. Фу, тут есть, оказывается, классная штука. Я не помню, на PS Vita, по-моему, ее не было. А может, я просто не замечал и прошел игру без нее. Прицеливание. Нажимаем на правый грибок, и можно прицеливаться вот так вот. Это значительно упрощает игру, серьезно. Очень-очень сильно становится все просто. Так, с тобой мы сейчас... Вот так, сука. На, ублюдок. Фу, так. Этих мы завалили, берем пикаль. Пускай будет. А справа чисто. Остались эти парочка. Простых шальных ребят. И вот тот вот, который патрулирует. Надо его в первую очередь вырубить. О! Это было больно. Готово. Мы прошли с вами. О, это было, посмотрите, какая неистовая жестокость, а. Сколько боли и страданий на одной картинке. Поехали в машину. Поехали в машину. Точнее, идем до машины, посмотрим. Мы тут устроили просто... А... Ой, бля. Да ладно. Бросай оружие и ложись на землю. Сейчас же. Не стреляйте, я детектив. Вот мой значок. Извините, сэр, опустите оружие, парни, он свой. Что тут произошло? Мы слышали выстрелы. Да идите и взгляните сами. Это кровавая баня. Чувак, порой я ненавижу этот город. Так, все нормально. Чуваки не агрятся. Мы детектив. Все нормально. У нас, наверное, с плюсом тоже неплохо. Очень даже хорошо. Фух, куда мы попали-то с вами? Что это за жизнь такая? Пошли наверх. Какая-то княженция вроде есть на полу или что-то такого рода. Что это вообще? О, боже. О, тут место убийства, смотрите. Еще одно убийство? Да, кажется, у тебя завелся серийный убийца, Падро или Пардо, как там его звали. А тот же почерк, но что с парнем, найденным на прошлой неделе, послание, короче. Я не виновен, меня заставили. Да, конечно, первый раз такое слышу. Этот парень, наверное, какой-то психопат, да? У меня мороз по коже. Однако журналисты взвоют от радости, зуб дают чертовы стервятники. В городе столько убийств происходит, сомневаюсь, что они даже заметят. Им нужны бочки крови, чтобы они хотя бы пальцем пошевелили. А тут все уж слишком стандартно, без кровавых подробностей. Боже, в этом городе поневоле станешь бесчувственным. Я родился бесчувственным. Ну что, есть какие-нибудь улики? Да, в общем, нет, ему перерезали горло, оружие убийства пока не обнаружено. Никаких отпечатков пальцев, свидетелей, ничего такого. Я сообщу, если что-нибудь найдем. Договорились. Я отправлюсь в участок, начну оформлять бумаги.
«Отлично! Приятного вечера, сэр!» «Это мы еще посмотрим, у кого будет приятный вечер!» «Потоптались немножко, и можно уходить отсюда!» «Так, а что у нас тут, а? Драться тоже нельзя, естественно!» «Группа криминалистов все это дело проверяет, и мы можем отправляться с вами, как я понимаю, в участок, чтобы оформлять все эти дела!» «Так, подожди!» «Отлично!» Перемотка какая-то у нас идет. Что за жесть вообще происходит? Перемотали обратно, давайте глянем. 1989 год. Хорошо. Ну что, ребят, я сейчас позвоню по телефону. Посмотрим. Добрый день, это Эрик из компании «Авторемонт Майами». Я звоню сообщить, что мы закончили обслуживание. Алло, кто это? Дайте поговорить с своим начальником. Заскочи на 12-ю авеню и забери. Эй, я тут разговариваю. Мы гарантируем вам лучший сервис в городе. Щелк. И все. Не смей вешать трубку, черт тебя дери. Что, бля, за неуважение? Ну что, ребят, это было Hotline Miami 2. Надеюсь, вам понравилось. Если вы хотите прохождение этой игрушки, ставьте пальцы вверх. Чем больше пальцев, тем, скорее всего, быстрее появится проходняк. С вами был Брейн. Всего хорошего. Пока-пока.